Всем приветики. Что делать, если вас плохо морозит холодильник? К примеру, у меня он всегда плохо морозит. Вот когда здесь стоит семерка, а сейчас четверка, а когда здесь даже стоит шестерка, семерка, у меня продукты, вот, трогаешь, они не сильно холодные. Так, еле-еле холодненькие. И чтобы как-то решить эту проблему, достаточно просто достать вот эту вот штуку. Она нужна для того, чтобы когда будешь размораживать, через это отверстие все стекало, а не лилось все вот такое вот полностью. И когда она стоит, здесь практически ничего нету. Ну, то есть здесь есть какой-то вот снежок, но небольшой, примерно вот такой вот, то есть небольшой. А сейчас, когда я убрал ее, просто это я сейчас поставил, чтобы показать, а так она у меня уже неделю не стоит. Здесь огромный такой снежный ком нарос, и при этом морозит в 10 раз лучше, вот дотрагиваешься. И прямо аж такое холоднючее, блин, аж рука замерзает. А раньше вообще еле холодная, даже не чувствовалось. И при этом здесь стоит четверка, даже чуть меньше, чем четверка. И оно так хорошо морозит. Потому что я убрал вот эту вот штуку, пластмасску, и холод отсюда идущий распространяется по холодильнику. А так пластмасска, она здесь стоит и не дает холоду идти. А так, получается, оно морозит лучше. А если надо будет... В принципе, она здесь не нужна, эта пластмасска. Зачем она здесь стоит все это время? Когда? Она нужна только для разморозки, то есть... Когда, чтобы она не лилась вообще полностью здесь по всему, тогда она нужна. То есть, по сути, ее можно снимать и пускай так морозит. А когда надо будет разморозить, ее можно будет обратно поставить. А если оно здесь настолько заледенеет, что ее нельзя будет тогда поставить, ее можно запросто поставить куда-нибудь на полке, например. Например, можно вот сюда. Загнать таким вот образом, и оно все, что будет литься сюда, и будет попадать сюда, и через вот эту штучку будет вытекать сюда, куда-нибудь здесь поставить мисочку, и все. Но у меня оно влазит туда, оно не сильно леденеет, можно и туда засунуть. Так что, в принципе, можно и на эту, на верхнюю положить, а на эту нижнюю поставить какую-то кастрюльку, чтобы она стекала. То есть, по сути, она нужна только для разморозки, чтобы она не залила весь холодильник. А пока ты не размораживаешь, оно особо и не надо. И сняв ее, морозить будет гораздо лучше. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.